Уже давно работу руками мы перекладываем на роботов, чтобы самим работать головой. Но что, если и умственный труд переложить на роботов? Специалисты по обработке больших данных открывают нам эту возможность. Если много экспериментировать, то накопится огромное количество данных, в которых всегда можно выявить закономерности. Опираясь на них, машина строит алгоритмы и по этим же алгоритмам самообучается. В результате сложные задачи, которые человек доверял только себе, теперь можно доверить роботу. Машинное обучение уже используется в беспилотных автомобилях, применяется в медицинской диагностике, для обнаружения мошенничества и спама, а также распознавания речи. Участникам конкурса предстоит обработать большие данные, построить модель данных, разработать нейронную сеть, создать бота и подготовить документацию. Успешно выполнит задание тот, кто обладает навыками программиста и управленца, отлично разбирается в статистике, умеет задавать правильные вопросы и получать нужные выводы. BeDigital.